Смарта и чудо-сумка. Привет! Я Смарта. Мы со Спотти только что были в лесу и набрали целую корзинку грибов. Чесать нельзя. Мне нужно срочно пойти к врачу. А? Нет, Спотти, к настоящему детскому врачу-педиатру в поликлинику. А? Привет, Спотти! Привет, Смарта! Я навигатор, хей, строку ты адрес вбей, если не знаешь, куда идти. У навигатора, хей, не спроси, удобный маршрут проложу, куда идти покажу. О, у тебя ветрянка? Я не знаю, хей, поэтому мне нужно к доктору. Расскажи, пожалуйста, как к нему попасть? Посмотрим. Идите в поликлинику. В регистратуре возьмите направление к детскому врачу, педиатру. Поднимитесь на третий этаж и ищите кабинет 35. Спасибо, навигатор Хей. Не за что, Смарта. Выздоравливай. До свидания, Хей. Пойдем, Спотти. Так, повторим маршрут. Ой, кажется, я не запомнила. Повтори, пожалуйста, еще раз. Поликлиника, регистратура, третий этаж, кабинет 35. Спасибо. Теперь мы можем ехать. Ой, куда нам ехать? Налево или направо? Направо! Точно! Здесь нарисован крестик, а красный крест значит доктор. Вот и поликлиника. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу поликлинику! Распечатайте направление к нужному вам врачу в регистратуре. Ух ты! Как интересно! Спотти, пойдем! Думаю, направление можно распечатать здесь.
Как много разных врачей работает в поликлинике. Глаза лечит офтальмолог. Сердце – кардиолог. А, нашла! Вот врач, который лечит детей. Педиатр. Куда мне нужно было идти дальше? Помоги мне вспомнить, пожалуйста. Поликлиника, регистратура, третий этаж, кабинет 35. Точно! Нужно подняться на третий этаж. Заходим в лифт. Где цифра 3? Вот она! Мы едем вверх. А теперь кабинет 35. Тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. Нашла! Вот кабинет педиатра. Здравствуйте! Можно войти? Здравствуй, Смарта! Проходи, пожалуйста! Что у тебя случилось? Смотрите, доктор, у меня везде красные пятна. Может быть, это ветрянка или краснуха? Какой интересный диагноз! Но нет, это просто комариные укусы! Вот тебе мазь! Чтобы укусы не чесались. Все пройдет через несколько дней. Спасибо, доктор. До свидания, Смарта. Споти, пойдем мазать мои укусы. О, кажется, уже меньше чешется. Спасибо тебе за помощь. Без тебя я бы, наверное, не попала к педиатру.